Усилия властей по борьбе с распространением коронавируса активно поддерживают и неравнодушные алматинцы. Сегодня мегаполисы запустили сразу две благотворительные акции. Меценаты и волонтеры бесплатно раздавали социально уязвимым слоям населения продукты питания и средства защиты. За флешмобом энтузиастов наблюдала Айдана Нураш. Единство и взаимопомощь – это сила народа. С таким призывом в Алматы были запущены два благотворительных челленджа. Депутаты городского маслихата и бизнесмены дали старт акции «Безбергемес». Челлендж запускает общественное объединение «Алматинец». Сегодня наш челлендж поддерживают депутаты маслихата. Челлендж заключается в том, что в трудные минуты для города, для страны и для мира в целом быть рядом и помогать людям, которым наиболее тяжело. Закупать, фасовать специальные рекомендованные списки продуктовых наборов и будем развозить по адресам. Бизнесмен Карат Кудайберген тоже поддержал акцию. По словам предпринимателя, он намерен оказывать помощь своим соотечественникам на протяжении всего карантина. Мы призываем всех, у кого есть возможность помогать нуждающимся. Это будет большим плюсом. Казахский народ испокон веков считался отзывчивым и добродушным. Я верю, что среди казахстанцев немало патриотов, и такие акции найдут поддержку. Первыми продуктовый набор получили пенсионеры. В условиях острой эпидемиологической ситуации такая помощь пришлась весьма кстати, говорят благодарные алматинцы. В рамках благотворительной акции эти упакованные продукты собираются бесплатно раздать социально уязвимым категориям населения. По словам организаторов челленджа, в продовольственную корзину войдут важные необходимые продукты, такие как крупа, макаронные изделия, чай, овощи и другие необходимые продукты. Сейчас идет карантин, и так тяжело. Приходится сидеть дома. Да и так одна я пойду, там булку хлеба куплю, ну картошки 3 килограмма, и все. Потому что носить тяжело. Ой, большое спасибо. Вы знаете, это не передать словами. Свой вклад в благое дело внесли и молодые алматинцы. Волонтер молодежного крыла Жасотан Бибигуль Байжигеткзе запустила челлендж по бесплатной раздаче масок. Защитные средства она шьет своими руками. Говорит, что таким образом хочет поддержать соотечественников в этот сложный период. Маски – одно из главных защитных средств от коронавируса. Мы планируем раздавать их санитарным работникам и водителям общественного транспорта. Весь процесс пошива профилактических средств проходит в стерильных условиях. Маски отпариваются высокотемпературным утюгом. Организаторы благотворительных акций надеются, что в дальнейшем их инициатива обязательно найдет поддержку в предпринимательских кругах. Айдана Нураш, Гани Калуов, телеканал «Алматы».